Привет, YouTube! И сегодня я хочу рассказать вам о том, как порой некрасиво блогеры втюхивают всем рекламу под видом личной рекомендации. И если честно, не хотела снимать это видео, но мой директ просто завален вашими сообщениями. А началось это ровно после того, как я сняла видео разоблачение о силиконовых щетках для лица бренда Foreo. И если вы еще не смотрели это видео, то обязательно посмотрите, подсказочка сейчас где-то вылетит. И ко мне летят сообщения примерно вот такого содержания. Катя, я зашла к своему любимому блогеру, а она рекламирует эту щетку. Потом к другому зашла, и там то же самое. Почти такой же текст и фото. Это что, получается, что блогеры вообще не пользуются этими щетками, а просто их рекламируют? И, ребята, давайте взглянем правде в глаза. Если зайти в аккаунты нескольких популярных инстаблогеров и найти в них посты с этой щеткой, то мы увидим следующее. Обратите внимание. Халат, халат, халат. В руке щетка, щетка, щетка. И, конечно же, довольная я, улыбка во все 32 зуба. Ну, а если серьезно, ведь и вправду. У всех фото в халатах, типа как в ванной, сделаны примерно в один промежуток времени, неизменный текст о ежедневной усталости, вечернем массаже и обязательно отметка бренда Foreo. И все это очень друг на друга похоже, не правда ли? И не знаю, будет ли для вас это новостью или очевидным фактом, но, друзья, то, что мы с вами видим на этих фотографиях, это работа по одной рекламной инструкции. И сразу хочу сказать, что я не имею ничего против рекламы, только вот у девчат этой отметки нигде нет. Все это подается как личная рекомендация и успешно продается. И знаете, даже я сама в последнее время заметила, что вот так вот сижу, читаю посты блогеров и постоянно думаю, блин, а вот она тут про эту штуку пишет и советует ее. Интересно, это реклама или нет? Вот вам такое знакомо? Если да, обязательно напишите мне свои мысли на этот счет. А потом я решила спросить у своих подруг, мол, а ты веришь вот в такие посты? И почти все они также сказали, что ловят себя на мысли, что это не просто рекомендация, а тупо реклама. И от этой мысли становится грустно. Грустно от того, что ты теперь не понимаешь, где блогер искренне что-то советует, что ему помогло, а где он просто переписывает рекламный текст и адаптирует его под себя. К сожалению, большинство блогеров выдают нам обычную рекламу под видом личной рекомендации. И я считаю, что настало время отказаться от такой вот рекламы. В этом видео я с позиции блогера выскажу свое мнение о явлении скрытой блогерской рекламы, кому она выгодна, почему порой не работает, а иногда приносит откровенный вред. И вообще, как нам ее распознать? Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы не будем затягивать и поехали! Подобную закономерность с одинаковыми постами можно найти у многих блогеров и брендов. Да, вроде бы ни для кого не секрет, что блогеры размещают у себя рекламные посты. Вопрос только в том, что именно из блогерского контента реклама. А это очень сложно понять. И вот почему. Мне как блогеру очень часто пишут разные рекламодатели с просьбой прорекламировать тот или иной продукт или услугу. И почти у всех этих рекламодателей есть одна большая просьба. Прям написано, это должна быть нативная реклама. Нативная реклама. Что это? Читаем умную версию. Нативная реклама — это естественная реклама, она воспринимается как часть просматриваемого сайта и не идентифицируется людьми как реклама. Не вызывает у аудитории отторжения, нужна для увеличения числа кликов, продаж и других целевых действий. А теперь говорим простым языком. Блогер должен максимально скрыть от своей аудитории, что он опубликовал рекламу, замаскировав ее под свой обычный контент или личную рекомендацию. То есть буквально обмануть людей. Причем сделать это надо хорошо, иначе если кто-то заметит, польется отборная волна негатива. Ну кому понравится узнать о таком? Из-за этого люди часто не могут распознать рекламу и в то же время начинают подозревать ее везде, потому что массово теряют доверие к блогерам. Тут продался, там нас обманываешь. И неудивительно. Но потому что большинство блогеров всеми силами пытаются скрыть рекламу, чтобы угодить брендам. И как вы знаете, я не так давно отказалась от всех этих интеграций и прям вздохнула с облегчением. И призываю остальных закончить эту историю и массово на всех абсолютно площадках вести обычные рекламные пометки. Ну вот как, спрашивается, делать рекламу блогерам, если не скрытно? Разве есть какие-то еще варианты? И вот мое предложение. Официальная блогерская рекламная пауза вот с такой вот пометкой под видео и заставочкой. И каждый, кто смотрит мой ролик сейчас, знает, что этот выпуск выходит благодаря поддержке кэшбэк-сервиса Мегабонус. Что такое Мегабонус? Это вам не просто какой-то там кэшбэк из топа лучших кэшбэков страны. Это гарантированный возврат денег за ваши онлайн-покупки. Здесь представлены более 1000 магазинов. iHerb, Litual, Ass, AliExpress и многие другие. Воспользоваться Мегабонусом можно как с помощью расширения на браузер, так и с помощью мобильного приложения. А для фанатов AliExpress Мегабонус подготовил особенные фишки. Благодаря расширению Мегабонус вы сразу увидите рейтинг надежности продавца, а также список более дешевых товаров. Удобно, не правда ли? Но еще удобнее, что все начисления происходят быстро и автоматически. А вывести деньги можно любым способом: на счет мобильного телефона, банковскую карту, онлайн-кошельки. Минимальную сумму не придется копить, она составляет для вывода всего лишь $1.5. И вы спросите, куда лучше? А лучше можно. Благодаря вот этому вот промокоду на повышенный кэшбэк.
Применяйте этот промокод, накапливайте больше, повышая свой уровень в программе лояльности Мегабонус. Код действует в июне в течение 7 дней со дня активации. Всю информацию я оставила прямо здесь под видео, в описании. Пользуйтесь и экономьте. Ребята, нативная реклама – это плохо. Почему? Рассказываю. Да, скрытая реклама работает эффективнее обычной. И по безотказному принципу «я верю блогеру, а значит, я верю бренду». Только верит ли блогер сам в то, что он рекомендует? И вот буквально на днях я наткнулась на интересный рекламный пост. Девочка-блогер пишет пост о том, как я избавилась от прыщей. И прямо очень трагично пишет, чуть ли не на слезу пробивает. «Я всю жизнь страдала от прыщей. Они были огромными и неисчислимыми. Меня дразнили в школе и били на улице. Я плакала, катаясь по полу и молила эпидермис одуматься. Мазалась всем спиртом, антибиотиками и мылом. Но лишь одно меня излечило до последнего прыща». Синяя сыворотка от Инстаграм за 2000 рублей. Синяя сыворотка не сушит, не пахнет и вообще классная. Вот ссылочка на синюю сыворотку. Берите, пока не закончилось. Вот такой вот беспощадный сторителлинг. Сидишь и думаешь, а она реально вылечилась этим? То есть аптечные антибиотики не взяли, а инста-сыворотка взяла. Этот блогер ей вообще хоть раз пользовалась? Потому что, как вы можете заметить, даже на фотках у многих блогеров баночки не пустые, а полные. Так что не факт, что пользовалась. Скорее точно, не пользовалась в достаточной мере. Ребят, а все потому, что поток рекламы у блогера очень большой, а рекламщики действуют крайне оперативно. Ну, допустим, блогеру пришел запрос на рекламу средства от прыщей. Средства присылают и буквально в течение недели, просят уже о нем написать рекламный пост. Как думаете, успевает блогер составить о продукте хоть какое-то впечатление? Да, она там помазюкалась пару раз на ночь этим средством. Ну, чтобы понять, что хотя бы аллергии нет. Не обсыпала и, слава богу, давай пилить посты. И да, согласна, что все эти страсти относятся больше к косметике, препаратам, девайсам и прочим услугам, связанным с вашим лицом и телом, а иногда даже здоровьем. И весь этот лечебный эффект блогер увидит, ну, минимум через месяц. Понимаете? Но у брендов нет столько времени. Дается неделька, и будь добр, публикуй пост. Окей, другая история. Если блогер, например, рекламирует какой-то сервис, тут он, в принципе, может просто почитать о нем отзывы, и отсутствие личного опыта в данном случае не критично. Но все равно отметка реклама в любых случаях, как мне кажется, просто необходима. И вот совсем недавно для нового видео я купила знаменитый акупунктурный инстаграм-коврик. Вот он. И знаете, сижу я на нем жопой уже неделю. Вот как думаете, я уже оценила эффект? Хотя бы поняла, как он работает? Нет. А все потому, что, чтобы дать хоть какой-то более-менее вменяемый отзыв для вас и сформировать свою позицию и отношения, мне на нем еще сидеть недели две. Кстати, этот коврик, а также парочку интересных сывороток из Инстаграм, я уже сдала на независимую экспертизу для видео «Какая разница?». И следить за ходом расследования вы можете в моем Инстаграме. Заходите, подписывайтесь, я всегда вам рада. А также не забывайте о том, что у меня есть Телеграм-канал. Там очень много разных подборок с модными товарами с Алиэкспресс. Так вот, блогеры частенько видят рекламный продукт впервые и просто обязаны отозваться о нем хорошо. Ну, раз уж ввязались в эту кабалу с брендом. А порой не только хорошо, а конкретным текстом, который ему присылают. И если не верите мне, то вот вам конкретный пример рассылки блогерам от сервиса Biglion. Обратите внимание на детали и требования к контенту. Уверена, эти приемчики вы уже видели и у других блогеров. Бренды, знаете, очень любят их использовать. Поехали. Размещение в строго определенные даты в прайм-тайм. Выдать подписчикам ссылку на день. Пост должен висеть не менее 2 месяцев. Тексты и имидж необходимо согласовать. А теперь самое интересное требование к контенту. Итак, первое. Сходи на бесплатную услугу. Второе. Сделай от 3 до 5 фото в карусель и видео. А дальше для тупеньких дается пояснение. Фото делай а-ля «я в ресторане», «я и еда», «я и чашка кофе», «интерьер ресторана», «я и моя вторая половинка в ресторане». Фотографии снимай в хорошем качестве. Фильтрами обработай. И вот самое интересное. Читаем. Написать искренний, нативный и положительный отзыв о походе по купону. Добавить рекомендации для подписчиков, отправить призыв пойти по ссылке в профиле, предложить сохранить пост, чтобы не потерять промокод. Намек о промокоде нужно указать в самом начале поста, ну, чтобы пользователи дочитали до конца. Ну и дальше идет 1 000 000 отметок. И вот вопрос. И как теперь мы можем доверять вот такой вот блогерской рекомендации, которая изначально прописана рекламщиками и основана на денежных обязательствах? Да, для кого-то выбросить на блогер рекомендацию 2000 – это пустяк. Но возьмем пример этой сыворотки, например, от прыщей. То есть человек может реально страдать
страдать тяжелой формой акне. У него может не быть много денег, но он готов отдать последние на чудо-сыворотку, ведь она спасла его любимого блогера, ну, которому он верит. И вот он копит деньги и выкидывает их коту под хвост. И как я заметила, бренды сейчас работают очень агрессивно. Они заваливаются к вам на почту и прямо сразу пишут: так, сколько стоит реклама, пришлите расценки, статистику канала. Они не сообщают вам, что за бренд пойдет на рекламу, подходит ли вообще продукт блогеру или каналу. Работают нагло и без всяких объяснений. Вообще исключают момент, что, ну, как бы у блогера тоже есть выбор. И вот так ко мне, например, после видео о разоблачении шоурумов явились на рекламу откровенно китайские шоурумы. А после негативного видео о бизнес-молодости явился выходец из бизнес-молодости. И что, я теперь должна всех с радостью к себе принять? И да, конечно, бывают бренды, которыми блогер реально пользовался. Они ему нравятся, и он берет их на рекламу. Но даже если так, то не честнее и проще будет, ну, прямым текстом написать или поставить отметку «реклама». Вот как вы думаете, вы за или против такой открытой политики? Кстати, на тему открытой рекламной политики. Для меня стало приятным удивлением, что сейчас крупные международные бренды сами переходят на полную открытость в своих рекламных кампаниях с блогерами и просят их ставить отметку о том, что данное видео или пост спонсирован. И мне стало интересно, чем вызваны такие изменения, и я решила задать вопрос одному из бренд-менеджеров компании Procter & Gamble, и вот что мне ответили. Итак, во-первых, это закон. Сейчас все крупные компании обязаны делать открытую рекламу. И действительно, например, на YouTube видео без рекламной отметки могут легко удалить. Во-вторых, бренд использует пост и изображение автора в своих дальнейших рекламных кампаниях в Instagram. И в-третьих, используя открытую рекламную политику, бренд может спокойно диктовать условия блогеру, в каком виде он хочет видеть рекламный пост. Все честно и прозрачно. И я очень надеюсь, что в ближайшее время все бренды перейдут на такую открытую рекламную политику. И все, что сейчас нужно блогерам и аудитории, это обыкновенная рекламная пометка. Ну, чтобы каждый знал, что он читает рекламу. Но вот в Инстаграм такая история плохо приживается. Если на Ютубе у блогера есть шанс заработать на просмотрах, и ему не обязательно брать все подряд на рекламу, ну, так как ему платит сам Ютуб за встроенную рекламу, то в Инстаграм просто дикая рекламная помойка. Вот вы спросите, почему там все блогеры продажные? Берут все подряд. Почему они рекламируют откровенный зашквар? То щеточки Форео, то китайские шоурумы. Ну, а все потому, что Инстаграм сам породил таких блогеров. Площадка не платит блогерам. Блогерам приходится выживать на рекламе брендов и рекламе аккаунтов друг друга. Отсюда мы видим инстаграмный рекламный понос как плату за контент. Но самое ужасное, что создатели нативной блогерской рекламы – сами блогеры, которые разрешили это и одобрили еще в самом-самом начале зарождения всего блогинга. Придумали, а теперь вылезти не можем. Но вы спросите, как распознать рекламный пост? И давайте так, чтобы закрепить, разберем с вами напоследок еще один пример. Я думаю, многие сейчас заметили в Инстаграм вот ту самую волшебную сыворотку от прыщей, которая моментально избавит вас от многолетней проблемы. Голубая водица настолько эксклюзивна и уникальна, что продается только через Инстаграм, а точнее через блогеров. Погнали! Итак, вот лишь несколько блогеров, которые, ну, прямо первыми подвернулись мне в ленте. Прошу обратить внимание на одинаковость фотографии. Дэдди Йенди, надеюсь, правильно пронесла, извините, Александра Реброва, Алёс Гард и Софи Шен. Вам не кажется странным, что все фото как под копирку? Ну, во-первых, все после душа с утреца, баночка крупным планом возле лица, текст поста у всех одинаковые. История, как мне ничего не помогало, но вот я нашла идеальное средство и бла-бла-бла-бла-бла. Ну и, конечно же, отметочка бренда. И заметьте, нигде нет отметки, что это реклама. А теперь заходим на страничку Femme Fatale и тут же видим все те же самые знакомые лица. Все. Пазл сошелся. Но это блогеры среднего калибра, те, что покрупнее, они уже давно знают, как с такими рекламами работать и особо не палиться. Отличный ход – это просто удалять публикацию. Да, это очень популярная практика у блогеров-миллионников. Иногда бренд, присылая тебе техническое задание на рекламу, жирным шрифтом прям пишет «не удалять в течение 2-3-5 месяцев», а иногда и оставить навсегда в ленте. Но если такого пункта нет, то обычно матерый блогер уже через пару-тройку дней этот пост удалит. Именно так и поступили девчонки из списка ниже. Смотрим. Алекс Брейн, 1,2 миллиона подписчиков. Анна Хилькевич, 8,5 миллионов подписчиков. Катя Жужа, 1,5 миллиона подписчиков. Думаю, здесь тоже все понятно. Хоть блогеры и удалили рекламу, но, как говорится, что попало в интернет, остается там навсегда. И если проследить за рекламными постами блогеров в рамках какого-то одного бренда, всегда можно заметить, что они выходят волной. А точнее, все выходят в рамках одной рекламной кампании. Ну, то есть, ваш Инстаграм в определенный период времени просто
просто атакуют блогера, который вдруг все вместе начали пользоваться одной щеткой для лица. Одним волшебным скрабом от целлюлита или всех спасла от прыщей голубая водица. Замечали такое? Пишите в комментариях, обсудим. И отвечу еще один момент. Бренд, как правило, не терпит критики. Втюхивает одно и то же вылизанное техническое задание всем. Таким образом, все блогеры будут трагично страдать от прыщей. И слава богу, если хотя бы один скажет, что кроме синей сыворотки еще сходил к врачу. И абсолютно точно ни один не упомянет, что пользовался какой-нибудь еще другой продукцией. Итак, вы все это увидели. А теперь, если серьезно, просто задумайтесь. Ну что за бред писать про свои проблемы с кожей и фоткаться крупняком с какой-то банкой? Зачем? Можно же просто свою мордашку показать красиво и уже излиться в посте про то, чем ты там пользовалась, перечислив все средства. Так что если вы видите, как блогер обнимается с банками и кремами, где четко можно увидеть логотип, помните, тут, скорее всего, вам пытаются что-то незаметно продать. Стоит ли повально гнобить блогеров, практикующих нативную рекламу? Нет. Ведь мы знаем обстоятельства и не знаем всех подробностей конкретного рекламного заказа. Но я считаю, что стоит призывать всех к тому, чтобы была введена открытая рекламная политика. Это не только повысит доверие аудитории к блогерам, позволит людям фильтровать контент, но и облегчит работу самим блогерам. И мне кажется, перемены нас ждут совсем скоро. Все в ваших руках. Спасибо огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в следующем видео. Пока-пока.